Мне есть чем ответить на гадость, подлость и низость, которая идет против нашей страны. И вот здесь, когда об этом говорит американец, это понятно. Но когда включаются агенты влияния внутри России, когда они начинают играть, передергивать на патриотизме, о чем вы сказали, ведь огромное количество хороших людей... Тоже я вижу, я с ними не спорю сейчас уже, молчу, но вот хорошие люди, начитавших этих уродов, которые СММшники, которые ведут по 5, по 10 аккаунтов, и они сами с собой в споре, одни с этой стороны, другие с другой стороны, все равно подводят этих хороших людей к тому, что не место празднику, когда кругом сплошное страшное горе. По методичкам, по всем западным, им же все равно, с какой стороны разрушать. Вы вспомните украинский Майдан, там стояли и... те, кто за Европу, за демократию, за права геев, и одновременно стояли те, кто за фашистское государство, и одновременно те, кто из социалистических принципов равенства, там, коррупции, чтобы не было и так далее. То есть неважно, с какой стороны, главное торпедировать власть. Когда мы ее снесем, там уже это самое. Поэтому будут привлекать людей, которые там собаководов, там, кактусоводов, лишь бы они были против власти. Еще раз говорю, это сражение в информационной войне. Я ведь вижу в социальных сетях, мне потом товарищ подбрасывает, говорит, смотри, кто на тебя напал. Вот этот, вот этот, вот этот, вот этот, вот этот аккаунт принадлежат одному человеку. Вот эти аккаунты, которые, они сидят, этот в Праге, вот этот сидит в Вильнюсе, вот этот сидит в Киеве. То есть люди сотнями, тысячами нацелены на антироссийскую работу. Но вот эти люди настолько хорошо работают, что вокруг них создаются, вокруг каждого сотни, а то и тысячи подписчиков, друзей. Это люди, которые работают не один год. И вот сейчас их активизация привела к тому, что мои друзья обижаются на меня, а не на этих негодяев, которые работают целенаправленно на раскол, на разрыв, на уничтожение России. Статистика по этому поводу известна во всех протестных акциях и так далее. Вот мы смотрели, там, скажем, акции в поддержку Навального, которые были. В СМИ заходящие и так далее. 80% было аккаунтов с Украины, Грузии, Канады, Прибалтики и так далее. И так далее. Инновация московская, митинги против инноваций. 25% трафика было посчитано нашими, так сказать, аналитиками, генерировалось с Украины. 25% у нас жителей были московских хрущевок, так сказать, да, сидящие где-то во Львове и в Киеве. Вот. То есть все это технологии, работают семинары, работают все это под, в Киеве, это под Министерством информационной политики. Значит, работают люди, которые проводят постоянно семинары среди студентов, платят им $100 в месяц, они ведут эти десятки аккаунтов, они отчитываются, сколько людей они там соблазнили, сколько у них лайков, сколько подписчиков появилось и так далее. Кто передовикам, там премии платятся и так далее. Но идеология, которую они избрали, они не рассказывают о том, что Майдан хорошо, что Бандера хорошо и так далее. Какое-то количество есть и таких. В основном они работают, мимикрируя под патриотов, которые очень у нас патриотичны. Патриотичнее Путина. Вот как есть говорит, святее Папы Римского, они у нас патриотичнее Путина. Вот. Я, здесь я могу, понимаете, человеку очень трудно заниматься тем, чтобы проверять, с какого аккаунта кто зашел. Ну, давайте честно будем разговаривать, там я захожу в какой-нибудь Facebook, там вижу какой-то пост, я не буду лезть и смотреть, а где он там зарегистрирован, с какого IP и так далее. Я листаю ленту, у меня в мозгу что-то остается, на это и расчет делается. Поэтому я дам другую простую совершенно технику, как делать, значит, как различать жуликов, значит, этих вот негодяев и так далее. Очень простая техника. Как только вы видите патриота, который патриотичнее Путина, и умнее его, и знает, как ему поступать, как это делать и так далее, понимаете четко, что это либо дурак, реальный честный дурак, либо какой-нибудь действительно украинец, прибалт и так далее, проплаченный бот, который работает. А в принципе разница между ними не особая, между дураком и предателем. Вот, и негодяем вот этим. Вот всякий раз, потому что основная их цель, всех этих людей, их основная цель в любом случае, это атака на Путина. И с любых позиций, коммунистических, социалистических, грудининских, антикоррупционных, либеральных, гей-парадных, либо позиции ура-патриотизма, да мы вломим, да Путин слил и так далее. Любая
все, что пошатнет президента, они понимают, пошатнул президента, это конец России, гражданская война. Вы только что это на Украине всем проходили. Поэтому их задача пошатнуть именно его, любым способом. Поэтому как только видите патриота, якобы, значит, более умного, чем Путин, все, значит, понимаете, что либо дурак, либо, значит, враг скрытый просто, который волк в овечьей шкуре. Есть масса других геополитических вопросов, которые Путину, поверьте мне, известны гораздо лучше, всевозможные нюансы, да, нежели диванным аналитикам, которые думают, да, вот, а почему он там, Путин, дурак, а я на диване у себя сижу умный. Я-то знаю, как Путину действовать, как политику мировую вести, да. А Путин дурак. Путин разговаривает со всеми мировыми лидерами по телефону, шепчется в кулуарах. У него, наверное, информация, да, ему спецслужбы что-то докладывают. Он там с какими-то масонами условными там может встречаться, и с папами римскими и так далее, которые ему докладывают такие вещи, которые... Но он все равно дурак. А вот на диване, Вася у нас какой-нибудь, он умный, он знает лучше Путина, как кого присоединить, как захватить. Каждый таксист у нас, естественно, жалко, что вот работает таксистом, да, значит, иначе, конечно, его бы лучше президент. Конечно, он бы лучше был президент. Но, к сожалению, вынужден пока таксистом поработать.